Всем привет! Продолжаем путешествовать по выставкам Санкт-Петербурга. Арт-пространство, моя любимая Эрарта. Здесь проходит выставка «Современное искусство Дагестана». Очень мне понравились работы Натальи Мали. Наталья Мали работает в области фотографии, так написано в анонсе. Мали создает собирательные образы, в основе которых лежит многолетнее изучение истории и культуры ее народа. В области фотографии, видео, инсталляции и перформанса. Училась в Махачкале, изучала теорию искусства на историческом факультете МГУ в 1999 году. Закончила факультет киноискусства и фотографии Ельского университета в Штатах. Переехала в Лондон, продолжила образование в магистратуре Лондонского университета на факультете драмы по специальности перформанс и культура. С конца 90-х годов сотрудничала с Приговым, есть такой художник в составе группы ПМП «Пригов Мали Пригов». Активно выставляется в Европе, России, США, но живет и работает в Лондоне, не в Москве. Известна своими акциями и видеоработами, в том числе сделанными совместно с группой «Пригов Мали Пригов». Проводит мастер-классы, ну и так далее. Посмотрите прекрасные работы, как мне показалось. Может, вам тоже понравится. Все, всем пока, всем привет, до свидания.